немножко уйдем в сторону. Вот, я думаю, что всем, тем не менее, будет интересно, потому что в любом случае мы работаем для наших пациентов. И, конечно, мы каждый раз каждому пациенту подходим с той или иной стороны. Естественно, персонализованная медицина еще в 1998 году Кевилл Джайн в своей монографии этот термин употребил. Вот у нас многие этот термин и не этот термин используют, переводят по-всякому. Вот инт-пошив. Что собой представляет персонализованная медицина? Это, конечно же, большие 4П. Большие 4 кита. Предсказуемость, превентивность, персонализация и партисипативность. Предсказуемость, естественно, это учитывается и генетическая предрасположенность заболевания уже на уровне эмбриона. Превентивность, это, ну, мы все профилактику знаем, предотвращение всегда дешевле лечения, и консервативные методы с учетом генетических, физиологических, биохимических, любых других факторов и особенностей человека, они наиболее эффективны. Ну, альтернативно отрезать и выкинуть. Персонализация – это, да, для каждого конкретного пациента, для каждого конкретного человека определение персональных биомаркеров. Ну, за этим будущее, скорее всего, хотя уже мы подходим к этому. А что касается партисипативности, любой человек, любой пациент должен хотеть выздороветь, иначе он вряд ли осуществит это. Вот. Ну и если рассматривать действительно персонализованную медицину, условно, подход в лечении означает конкретное лекарство для конкретного заболевания. Мы уже имеем многие примеры. Это герцептин для рака молочной железы. Он уже объявлен золотым стандартом. Зилбограф для меланомы тоже, в общем-то, достаточно эффективные, и многие другие, которые сейчас развиваются. Второй подход – создание онковакцин, лекарств на основе непосредственно той опухоли, которая есть у пациента, на основе антител и коадъювантов. Вот, тоже мы имеем на настоящий момент Provenge, для предстательной железы мы имеем онкофаг для почечно-клеточного рака. Развитие происходит. Какие остаются вопросы? Первый – это выявление и регистрация первичных опухолевых очагов и регионарных, а также отдаленных метастазов. Дарья Викторовна не зря говорила, что очень сложно даже с помощью ПЭТ-КТ это все выявить. Действительно, нам нужны не те препараты, которые мы сейчас используем, не специфические, но чувствительные, а более узконаправленные.
Это нам нужно и для планирования терапии, неважно какой, хирургической, радиологической, радиотерапевтической, может быть, даже просто медикаментозной. Нам важно еще вовремя оценить ответ на терапию. Ведь никакой другой метод, кроме ядерной медицины, ни КТ, ни МРТ, ни УЗИ, ни чертов ступе, не может нам сказать, как подействовала данная терапия. Вот мы яду налили пациенту, либо пациент, либо опухоль реагирует. Динамическое наблюдение. Мы получили хороший ответ на лечение. Там, не знаю, комплит, либо пошел полный, либо частичный ответ. Но нам нужно дальше наблюдать этого пациента, ведь он же никуда не уйдет. Он все равно будет приходить к нам через полгода, через год, через два, через пять. И мы должны выявлять рецидивы или процедивы, ну, в зависимости от того, как мы полечили. Это может быть биохимический рецидив, да, вот скакнул там какой-то маркер. Все, мы должны его посмотреть. Ну и дальше уже планирование тех способов и методов терапии с учетом того, что мы выявили. И здесь мы вплотную подходим к тераностике. Это подход, который заключается в комплексном решении клинической проблемы. За счет того, что мы изначально создаем лекарства для диагностики, а затем или параллельно, или вместе с этим максимально близкого ему средства для терапии. Вот если Аврелий Марков нам сказал, что любовь – это когда в небе луна и солнце слились в экстазе, вот я немножко перефразировал это. Тераностика – это когда в пациенте диагностика и терапия слились в экстазе. Вы видите возможные комбинации диагностических и терапевтических агентов. Всевозможные. Это этиотропные, паллиативные, заместительные, профилактические, целенаправленные, переносчики. Что касается ядерной медицины, вы видите, что на первом месте мы имеем и диагностические, и терапевтические возможности. Мы можем их также сочетать и с другими, и с доставкой, и с радиотерапией. Как один из примеров. Залидроновая кислота, бисфосфонат, который может быть помечен диагностическим изотопом технеция, либо терапевтическим изотопом рения. Для технеция мы уже имеем хороший, зарекомендовавший себя препарат Резоскан. Мы можем, выявив какие-то патологические изменения, использовать неактивный препарат залидроновой кислоты в терапевтических дозах более 4 грамм.
а можем пометить его рением. Либо 188, который уже сейчас находится на этапе клинической апробации, либо ранее 186, неважно. В любом случае, бета-излучение попадет в нужное русло. Вот вы видите на этом слайде, как накапливается диагностически. И я вас уверяю, точно так же накопится и терапевтический изотоп. Еще один момент, как молекулярно-рецепторное планирование терапии, это исследование с галлием ДОТа, аналогами соматостатина. Вы видите различные варианты патологического накопления в печени, в желудочно-кишечном тракте, вот, что, конечно же, определяет выбор терапевтической тактики. Либо мы используем СИРТ для эмболизации печени, а если это выходит за пределы, то нам уже нужны другие методы. Вот, например, когда мы по итогам диагностического исследования провели пептид-рецепторную радиотерапию с двумя препаратами. Один был мечен лютецием 177, а другой И390. Вот, и вы видите, что эффект потрясающий. То есть через три цикла, в течение 4 лет, мы практически полный регресс видим. Еще один момент, это что касается простат-специфического мембранного антигена. Ну, мы, конечно, очень условно его можем называть простат-специфическим, потому что он присутствует везде, и в слюнных железах, и нет. Но, тем не менее, когда имеется рак предстательной железы, вот вы видите, он просто вспыхивает. Вот. Как говорил Ричард Баум, метаболизм всегда опережает морфологию. Я не устаю повторять это. Вот, соответственно, если мы оцениваем эффект на терапию, вы видите слева активная опухоль, большой очаг на КТ после проведенных циклов химиотерапии мы уже не видим практически накопления, хотя очаг еще остается, но уже в меньшей степени. Другой вариант отсутствия ответа. Мы не видим уменьшения накопления метаболического агента, и в том числе и субстрата. Если брать планирование лучевой терапии, то, конечно, одна только компьютерная томография или магниторезонансная томография, она не может нам дать полной ясности этого. Соответственно, вы видите, вот верхние рог-кривые, КТ-планирование и ПЭТ. Видите, какая разница?
это практически 20%. Если мы используем только КТ, мы теряем 20% жизнеспособной опухолевой ткани и не получаем ее. И наоборот, если ее нет, то мы облучаем неизвестно что. Еще один пример. Видите, значительно меньший планируемый объем облучения по данным ПЭТ в сравнении с КТ, поскольку там есть аталектаз, который, да, на КТ он видим, но мы не знаем, что это такое. Один пример, который я в предыдущей лекции говорил, кардинально меняется тактика. То есть, да, пациент с увеличенным лимфоузлом, который явно поражен, но, тем не менее, хирургически здесь не решить проблему, потому что еще есть инфильтрация щитовидного хряща, поэтому хирурги могут идти пить кофе. Еще один пример. Это вот, кстати, что касается препаратов, аналогов октреотида, самотостатина. Они совершенно разные и по-разному себя ведут. Вот вы видите, что нужно отрицательный результат, то, что мы имеем слева. И активное накопление индиоктриотида. То есть разные пептиды все-таки немножко отличаются. Вот. И момент, который особенно сейчас, наверное, актуален, это калибровка радиоактивных источников для количественного анализа. Мы все привыкли, что ПЭТ имеет свою методологию, стандартную SUV, унифицированную. В аффекте этого нет. Сейчас мы подходим к этому. Сейчас уже существуют определенные источники, которые встраиваются и которые позволяют нам получать абсолютные количественные значения накопления препарата. Это важно для оценки эффективности лечения. Это оценка дальнейшего лечения, и если мы будем впоследствии использовать терапевтические радионуклиды, то это, конечно, нам очень пригодится. Вот. В данном случае вы видите, что погрешность такой методики очень невелика, и, соответственно, мы можем ее использовать. И если мы используем эти методы для оценки прогнозирования радиойод-терапии, либо терапии с помощью октреотидов, либо PSMA, то мы можем точно количественно указать, какой очаг сколько получит. И что можно сказать в итоге? Конечно же, во-первых, персонифицированная медицина, она обуславливает индивидуализацию терапии с учетом генетических детерминант, с учетом определенных маркеров
неважно каких, может быть, опухолевых, может быть, нет. Возможно, предварительное исследование генетического материала, в принципе, даже на уровне, может быть, и эмбриона, а уже зная его результат, мы можем подобрать режим дозирования или отмены тех или иных лекарственных средств. Вот. И при использовании наших методик молекулярной визуализации клиницистам не придется действовать методом проб и ошибок. Они будут основываться уже непосредственно на каких-то конкретных данных. Действует это лекарство, этот препарат или не действует, мы это увидим. Спасибо за внимание.